Очередная схема автомобильных мошенников. В Харькове у жительницы области отобрали только что купленное авто. Так как у нас дочь должна рожать третьего ребеночка, хотели сделать приобретение, чтобы облегчить как бы свой быт. Вот, и нашли на авторе автомобиль, подходящий к нам, модель 21043, и поехали, позвонили перед этим, поехали смотреть. Елена с мужем приехали на место, назначенное продавцом, стоянку на проспекте Гагарина. После осмотра автомобиля решаются на его покупку. Он говорит, давайте деньги и поедем, надо договорить, что будем нотариуса оформлять. И должны мы были ехать оформлять. Мы садимся, мы отдаем деньги и по дороге начинаем ехать за... Это была девятка синего цвета, за этой девяткой. И девяточка, естественно, на первом светофоре от нас убегает. Начинаем звонить. Абонент, не абонент. На приобретенном авто Елена с мужем возвращаются на ту стоянку, где только что его купили. Туда же подъезжает и молодой человек, который заявляет, что также заинтересовался данным авто. Узнал, кого и какую информацию, в каком направлении мы движемся, потому что он по Харькову ехал за нами. За Еленой и ее мужем молодой человек ехал вплоть до Песченского поста ГАИ, где их и остановили. Нас остановили. И сказали, что наша машина находится в аресте, на ней очень много долгов, и они должны ее у нас конфисковать. И у нас забрали техпаспорт, у нас забрали ключи от автомобиля, и на эвакуатор погрузили машину и увезли. Домой мы поехали ни с чем, на попутном транспорте. Через несколько дней домой по прописке к Елене приехали якобы сотрудники милиции и предложили купить у нее этот автомобиль за 2000 гривен. Взамен она должна была отдать техпаспорт и ключи. Женщина отказалась. Потом через 16 сентября в 6 утра я ехала с Валок на Харьков. И в 6 утра я вижу, этот автомобиль стоит возле поста ГАИ, не на штрафплощадке, а рядом также милиция ставит свой личный транспорт. Юристы называют такую мошенническую схему хорошо спланированной. Кроме того, уверены, не обошлось без помощи сотрудников правоохранителей. В данной ситуации сотрудники ГАИ остановили именно почему-то этот автомобиль. И дальше в нарушение всех законов и правил отобрали, даже не изъяли, а просто отобрали автомобиль без сотрудников исполнительной службы, которые были обязаны присутствовать. Более того, без каких-либо документов, которые подтверждают их право на изъятие автомобиля. Более того, по имеющейся уже у нас информации, на данном автомобиле не висит ни одного штрафа, ни одного долга и ни одного ареста. По данному факту уже готовится обращение в областную прокуратуру. Юрист уверен, что правда полностью на их стороне, поэтому добиваться справедливости будут до последнего. Другим же покупателям адвокат советует быть более внимательными. Во-первых, как минимум деньги за любой товар, в том числе за автомобиль, необходимо отдавать как минимум после того, как продавец вам написал хотя бы письменную расписку. Это раз. Что касается неприятной ситуации общения с сотрудниками ГАИ, допустим, подобная ситуация, здесь, в принципе, абсолютно одинаково эффективно, вам нужно звонить либо адвокату, либо в милицию. Почему? Потому что происходит преступление, у вас забирают автомобиль, соответственно, если происходит преступление, надо вызывать милицию. Если бы в данной ситуации, к примеру, даже было бы, потерпевшая набрала бы 102 и вызвала милицию, автомобиль бы ее не изъяли, и все пошло бы совсем по-другому. Ольга Корениченко, Денис Вишневский, 057 UA.